Кировчане увидят лучшие фильмы из программы Лондонского фестиваля независимой анимации. 19 марта в 6 вечера в галерее «Прогресса» пройдет кинопоказ. В подборке этого года 9 короткометражных анимационных фильмов, сделанных художниками-аниматорами из Европы и Азии в разных техниках. Это кукольная анимация, 3D-эксперименты, 2D-анимация. Режиссеры проекта в своих работах подняли актуальные и важные темы экологии, отношений с окружающим миром и собственным телом и многие другие. Организаторы обещают, будет интересно.